Все мое почтение, друзья. И вот хотел бы высказать свое мнение по такой вот ситуации. По РОСТВ, по российским другим информационным источникам разносятся, якобы Россия принимает беженцев с Донбасса, так называемых жителей ДНР и ЛНР. Но тут происходит эта подмена понятий. У большинства так называемых беженцев российские паспорта. Они сами могут покинуть территорию ДНР, оккупированных Россией районов Донбасса, и переехать в любую часть России, устроиться там, купить себе жилье и жить. Благо в России много заброшенных деревень. Но почему-то этим гражданам России с паспортами будут выплачивать по 10 тысяч рублей. За что? Вот столько с Сибири людей переселяется в города, где есть еще жизнь. Переселяются люди из сибирских городов, где убили предприятие и город умер. Почему этим людям, фактически как беженцам, не выплачивают по 10 тысяч рублей? Или вот, например, сколько людей, граждан России, жили, допустим, в Афганистане в наше время, и сколько людей жило в Сирии, россиян с паспортами российскими. Почему им не выплачивают, так сказать, компенсацию по 10 тысяч гривен? Вот в чем вопрос. Так что вешают лапшу нам всем по поводу этих так называемых беженцев.